Инцидент произошел в воскресенье. Верующие отмечали праздник Благовещения. Как вдруг мужчина схватил тяжелый подсвечник и начал колотить по всему вокруг. Очевидцы рассказали, очень испугались. Мужчина размахивал подсвечником, бил по иконам, выкрикивал угрозы. Прихожане смогли утихомирить дебошира, уложили его на пол. Подоспели охрана и сотрудники полиции. Вот что сообщили правоохранители. Личность гражданина, устроившего в минувшее воскресенье дебош в храме на улице Смирнова, полицейскими установлена. Он задержан. В настоящее время проводится процессуальная проверка на предмет наличия в его действиях состава преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины такого поступка пока неизвестны. В епархии уверены, это был не бандит, а нездоровый человек. Неприятный эпизод, конечно. Я в этот момент принимал исповедь, поэтому я сам, так сказать, событий самой не был свидетелем. Но был и слышал шум, и скандал был основательный. Что сделать, друзья мои? Люди теряют здравый смысл, теряют психическое здоровье. Мы это с вами знаем. Эти люди вокруг нас, мы не должны к ним относиться свысока, мы не должны никакую там ненависть проявлять, но мы должны понимать, что некоторые из них представляют общественную опасность. Особенно весной, этот сезон обострений. Отец Макарий добавил, погромы случаются нечасто, но с неадекватным поведением прихожан приходится сталкиваться. И как ни удивительно, в сфере церковной их, этих людей со странностями, с болезнями, с какими-то нарушениями в психике, тянет в храм, потому что они там интуитивно ощущают какую-то способность какого-то излечения, исцеления, облегчения. И многие получают, но иной раз они, все это их желание входит в конфликт с их сдвигом, и получается уже нарушение закона, и дальше уже вопрос полиции и все прочее. И к врачу. Причиненный ущерб еще будет подсчитан. Предварительно он небольшой. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».